друзья мои, 26 мая в 11 часов в Айрат-арене состоится второй отборочный тур. Друзья мои, хотелось бы подчеркнуть, что это будет не второй тур конкурса, это будет второй отборочный тур. То есть кастинг номер два. Вот так вот простыми словами я скажу. Для чего нужен нам этот кастинг? Дело в том, что, ребят, мы еще не закрыли все номинации. У нас закрыты только две номинации. Это эстрадный вокал и народный вокал. Танцоры, ребят, вас не хватает. Как будто такое ощущение, что у нас их вообще нет. Ребят, давайте, присоединяйтесь к нам. Покажите, что вы можете. Если вы действительно обладаете пластикой, харизмой, какими-то навыками в танце, не стесняйтесь, приходите, покажите себе. Я думаю, что есть за что побороться. У нас 4 номинации, в них будут 4 первых места, которые также обязательно отметятся призом, о котором мы сообщим вам немножко позже. И, конечно же, гран-при в размере 50 тысяч рублей достанется человеку, который завоюет, ну, можно так сказать, приз зрительских симпатий или что-то вроде народного признания. То есть, в общем, ребят, не стесняйтесь, приходите, пробуйте себя. Ну и что касаемо двух номинаций вокальных, ребят, не стесняйтесь, может быть, мы еще и сделаем несколько мест вокальных на эстрадный народный вокал. Приходите, пробуйте себя, не стесняйтесь, мы вас ждем. В темноте летай со мной, в темноте летай. Летай со мной в темноте. Летай, летай со мной в темноте. Летай, летай, летай со мной. Пойдем на парад планет. Я дам тебе теплый шар. Там в космосе холода, и мы встречаем рассвет, укутавшись в облаках. Постой, макияж, пахнешь, как первый ландыш. Тебя не буду срывать. Откуда ты тут взялась? Пахнешь, как первый ландыш. Тебя не буду срывать. Пошел снег, всюду холода. Что-то там не знаю, дальше я.
понял все. Самое-самое яркое, самое яркое среди всех звезд. Забери меня к небу, забери, забери, я больше так не могу. От меня одни проблемы, знаю, но исправлюсь, клянусь. Улетает солнце, за ним пропадает дни, улица лицом, а к одиноких картинах ты просто увидела мой мир, просто уладила конфликт. Между нами лед, растопи его пламенем. Между нами все, что мешает быть целым, одним, одним целым. Я знаю, ты хотела, но не верну все назад. Закрою глаза, увижу тебя. Самая, самая, самая. Зачем мне любовь, зачем мне семья, если ты не моя, не моя. За окнами дождь, мне шепчет опять. Самая, самая, самая. Самая яркая среди всех звезд. Самая. Как же мило ты смотрела на меня, тогда я понял все. Самая яркая среди всех звезд. Самая-самая, но я не достоин быть с тобой. Не забирай меня к небу, не забирай, постой. Я сам виноват, сам полюбил пламя. Никогда не забыть не тебя, родная, никогда не забыть. Но ты улетай, я обещаю, не буду скучать. Сам виноват, сам полюбил пламя. Никогда не забыть не тебя, родная, никогда не забыть. Но ты улетай, я обещаю, не буду скучать. Закрою глаза, увижу тебя. Самая, самая, самая. Зачем мне любовь, зачем мне семья, если ты не моя, не моя. За окнами дождь и шепчет опять. Самая, самая, самая. Самая яркая среди всех звезд. Самая. Золотую обитель вновь хочу посетить. И пред Буддой спокойствие вновь ощутить. Все молитвы, что знаю, много раз повторить. Барабаны священные много раз прокрутить. Я хочу побродить по любимым местам, там, где детство и юность беспечно прошли. Убедиться опять, что моя Элиста самый добрый и лучший город земли. И куда бы ни вела меня кочевая судьба, я всегда возвращаюсь к тебе, моя Элиста. Мне не станут другие родни никогда города. Я душой стремлюсь в моей степи всегда. Ты моя, ты моя Элиста. И куда бы ни вела меня кочевая судьба, я всегда возвращаюсь к тебе, моя Элиста. Мне не станут другие родней никогда города. Я душой стремлюсь в моей степи всегда.
места. Давай, танцуй, жена. Опа! Давай, давай, делай, делай, делай. Ты моя. Ты моя. Элиста. Спасибо, дружище, спасибо тебе. Я вспомнил эту песню. Батра, она звучит для тебя. Ребят, мы ждем вас 26 мая в 11 часов в Айрат-арене на втором кастинге айратских талантов. Не пропустите. Как поют птицы о тебе, и ветер вдалеке говорит мне о тебе. Видишь эту степь, в ней тишина, но на ее светах имя твое. Это не сон и не мечты, просто в сердце моем стихи. Стихи написаны мною о тебе. Это не о том, как ты жила, это не о том, с кем ты была, а просто стихи о тебе и обо мне. О тебе, обо мне. А помнишь, мы с тобой остались в тишине, сказала мне, я счастлива с тобой. Вот годы пронеслись, и вместе мы сейчас, но нашу ту весну я не забуду. Это не сон и не мечты, просто в сердце моем стихи. Стихи написаны мною о тебе. Это не о том, как ты жила, это не о том, с кем ты была, а просто стихи о тебе и обо мне. Чувствуешь тепло? Это от меня. Знаешь, как поет мое сердце про тебя? Это не сон и не мечты, просто в сердце моем стихи. Стихи написаны мною о тебе. Это не о том, как ты жила, это не о том, с кем ты была, а просто стихи о тебе и обо мне. О тебе. Обо мне. Я тоже не знаю. Я не знаю, с чего мне
на час. Я не знаю, где мне искать. Я не знаю, кто ты и где. Дай же мне знать о себе. Ты все время рядом со мной. Давай громче, не стесняйся. Я прошу, не уходи, постой. Ты присутствуешь даже во сне. Да-да-да, прижми микрофон. Словно тень, привязанная ко мне. Ты присутствуешь даже во сне. Словно тень, привязанная ко мне. Кажется, что ты мои мечты, воображения. Но я буду верить вопреки судьбе, что ты откроешь мне все двери. Интересно, что сказать. Ребят, всем добрый вечер еще раз. Хотелось бы еще раз напомнить всем, что 26 мая в 11 часов в Айрат-арене состоится отборочный тур, второй отборочный тур. Ребят, подчеркну, второй отборочный тур, это не означает, что у нас среди конкурсантов идет борьба. Это второй кастинг, можно так простыми словами это назвать. Это кастинг, где мы пытаемся еще дополнить свои номинации. Две номинации у нас почти готовы, это эстрадный вокал и народный вокал. А вот танцоры, к сожалению, у нас на данный момент никого нет. Ребят, танцоры, те, кто любит танцевать, те, кто обладает хореографическими данными, тот, кто вообще готов о себе заявить, приходите, не стесняйтесь. Еще раз напомню, 26 мая в 11 часов в Айрат-арене. Мы ждем вас, не пропустите.